Дмитрий Артюхов официально вступил в должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Торжественная церемония инаугурации прошла в культурно-деловом центре в Салехарде. Новый глава региона принял присягу и поклялся служить на благо родного края. На Ямале завершился заочный этап опроса по определению приоритетов программы сотрудничества. Он проходил на платформе «Решай» портала «Живем на Севере». Свое мнение высказали более 64 тысяч пользователей. Лидируют в рейтинге медицинские и санаторные услуги. Сотрудники общества «Газпром-переработка» приняли участие в экологической акции. Вместе с воспитанниками детского сада «Непоседы» они посадили сосны и березы на территории дошкольного учреждения. Зеленая акция прошла в рамках экологических мероприятий предприятия.